В этом году в Самаре обновили 56 дворов по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернаторский проект «Содействие» позволил благоустроить более 20 локаций. Конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора» реализуется на более чем 50 территориях. А по программе инициативного бюджетирования продолжается благоустройство пространств. Работы по благоустройству территорий продолжатся до конца осени. Подробную информацию об участии в программе можно получить в районной администрации, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». В Куйбышевском районе состоялось собрание граждан, где приняли решение об участии общественного проекта «Здоровое поколение», об устройстве спортивной, игровой площадок по улице Егорова в губернаторском проекте «Содействие». Планируется устройство тротуаров, об устройстве зоны для занятий таким видом спорта, как воркаут, занятий силовыми видами спорта, об устройстве зоны семейного отдыха и развития детей в возрасте от 3 до 10 лет, установкой качелей и спортивного мини-комплекса. Также планируется высадка деревьев и кустарников и установка лавочек, информирует телеграм-канал администрации. Администрации Куйбышевского района. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми предоставляет единовременную выплату родителям близнецов, зачисленных в первый класс. За оформлением выплаты нужно обратиться в МФЦ или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации до 30 ноября. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28, пишет телеграм-канал Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары.